Керченском проливе произошло столкновение сухогруза «Эндор» со средним черноморским сейнером «Корс», передает «Интерфакс». Оба судна шли под флагом России. Сухогруз преследований в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. «Эндор» шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь. Сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза «Эндор» имеется повреждение привального бруса и фальшборта в правом борту около 3 метров, сообщили в пресс-службе Росморичфлота. Причина столкновения выясняется. Ссылка на источник в описании под роликом. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.